Турция направила в Дагестан помощь для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает турецкое информагентство Анадолу. Сегодня грузовик выехал из Анкары. Республика получит защитные принадлежности, медикаменты и аппараты ИВЛ. Общая стоимость отправленного товара более 2 миллионов лир. В российских рублях это более 27 миллионов рублей. Медицинские учреждения республики нуждаются в средствах защиты и лекарственных препаратах. Об этом нам сообщили представители чеченской общины. Наши действия координируются с администрацией президента, Минздравом и Министерством иностранных дел. Сегодня мы отправляем на Северный Кавказ партию медицинского груза. Груз включает в себя 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок респираторов с фильтром, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, а также медикаменты, 5 аппаратов ИВЛ турецкого производства и дезинфицирующие средства. Тем самым число стран и регионов, которым в борьбе с COVID-19 оказала медицинскую помощь Турция, возросло до 29.